Буквально несколько дней назад я вернулась из Киева, где прошли съемки моего нового клипа на песню «Хочу». Впервые работала с такой командой таких людей, творческих, креативных. Основная идея клипа — это перевоплощение меня в разные образы благодаря отличным костюмам от московского стилиста Александры Сусловой вместе с шоу-балетом от Екатерины Царевой, очень известного диджея в Украине. И вот она также помогла нам создать очень здоровские движения, которые было легко выучить, которые при этом очень эффектно смотрятся в кадре. В общем, совсем скоро ждите все на музыкальных каналах нашей страны, России и ближайшего зарубежья новый клип на мою песню «Хочу», режиссером которого стал украинский клипмейкер Андрей Раков. И мне хочется пожелать вам только приятного просмотра, получения новых эмоций и заряда позитива на все лето. Ваша Юля Ласкер.